Приветствую, с вами Павел Колесов, я сейчас нахожусь в Таиланде, и я хочу предложить вам одно очень простое упражнение, которое высвободит нереальное количество ваших жизненных сил, энергии, желания жить и вашей личной и персональной силы. Что нужно сделать? Вы остаетесь дома один, после этого подходите к зеркалу, вот как я сейчас, чтобы вы там могли себя наблюдать, и глядя в зеркало, глядя сами себе в глаза, вы говорите: «Я прощаю тебя. Я прощаю тебя за все прошлые ошибки. Я прощаю тебя за все прошлые неудачи. Я прощаю тебя. И я люблю тебя. И буду любить всю жизнь». И это нужно делать, глядя самому себе в глаза. Упражнение очень простое. Я предлагаю вам его сделать, и под этим видео напишите, пожалуйста, о результатах. Желательно, чтобы зеркало было в полный рост, вот примерно как у меня здесь сейчас, чтобы вы могли охватить себя полностью, с головы до ног, и сказать вот эти простые слова, глядя сами себя в глаза, чтобы вы видели выражение своего лица, выражение своих глаз. Сделайте, пожалуйста, это упражнение, и в комментариях под этим видео внизу напишите, пожалуйста, как вам оно делалось и что вы почувствовали. Обещаю, ощущения у вас будут незабываемые. Сделайте. До встречи в следующих видеокастах. С вами из Таиланда Павел Колесов.